Нелегальная реклама уродует город, так считают василеостровские активисты. На зачистку острова от объявлений и информационных листков они выходят еженедельно. Это карательный отряд по уничтожению незаконной рекламы. На зачистку Василеостровского района от мусора 20 активистов выходят каждый понедельник. Ох, Андрюшка, давай, поехали, космонавты. Активисты акцию расценивают как первый шаг политической карьеры. Большая часть из них планирует уйти на государственную службу. А если повезет, и стать слугами народа. Парадокс в том, что на улицу их вывела необходимость. Действующий закон не работает. Афиши, которые городские, мы никогда не трогаем и не собираемся трогать, а несанкционированная реклама, она и так бросается в глаза, как бы. Потому что эти Сюзанны, Снежаны и так далее. Потому что по улицам города ходят дети, и неприятно, когда маленькие дети ходят, спрашивают маму, что это так за Сюзанны и так далее. Расклейщиков не останавливает даже тот факт, что их действия подпадают сразу под несколько статей закона об административных правонарушениях. По закону запрещено размещение не только рекламы, но и объявлений в неотведенных для этого местах. Штрафы от 1 до 30 тысяч рублей. Отдельно карается размещение информации эротического характера. Наказание предусматривает штрафы от 500 рублей до 10 тысяч. Жители района активистов поддерживают и всячески содействуют. Показывают места, где были замечены расклейщики незаконной рекламы. Она весит всякой любови, а между прочим, в доме молодежи холостые девочки. Районные власти и органы полиции активистам сочувствуют и оказывают лишь моральную поддержку.